Всем привет, стратеги! С вами, как всегда, консул. Продолжаем нашу кампанию Закуш на легенде во Втором Риме. Итак, в прошлой серии мы тут гасились, значит, с массагетами. Ну и решил я потом, что немножко поиграю без записи, так как ничего тут интересного, в принципе, особо не было. Значит, они тут своими мелкими такими отрядами пытались как-то меня троллить. Я тут даже пришлось мне набрать наемный отряд, чтобы как-то их сдерживать. Но постепенно я кого-то пришлепнул, кто-то ушел на свои территории, и вот сейчас выдвинулся я уже в сторону Кета и взял их большущий город в осаду. В Испании у нас пока никакой новой движухи, в принципе, нету. Я здесь маневров никаких не совершал. Появились, правда, здесь у нас тродетаны, видимо, восстали они против Сиракуз. И также, смотрите-ка, Рим у нас продвигается в Испанию усиленно. Раверны я что-то так и не посмотрел, они хоть живые еще, нет? По-моему, раверны все, да. Раверны кончились. Выдавили, значит, римляне равернов совместно с нервиями. У нервиев я там вообще не знаю, какие территории, прям даже не представляю. Но, похоже, в скором времени мы с ними начнем воевать. Римляне, кстати, не особо-то стали хорошо ко мне относиться. Торговать они так и не захотели. Сиракузяне, ну, пока что нормально. Пока что живем, как говорится. Так, ну, бактрийцы пока что в атаку на нас не пошли. Они там где-то воюют, им не до нас. Ну и массагетов я тут постепенно начинаю выдавливать уже. Итак, погнали, значит, тогда воевать. Будем пробовать штурмовать Кят. У меня здесь баллисты, лучники, все как положено. У них там, как обычно, знатная кавалерия всякая, лучники, топоры и так далее. Придется нам нелегко, но думаю, попытка, как говорится, не пытка. Поэтому встретимся на поле боя. И самое главное, чтобы они в поселении все-таки остались, они вылезли на поле боя, чтобы мне там не пришлось за ними гоняться. Ну да ладно, встретимся уже у стен города. Итак, друзья мои, с погодой сразу свезло. Сухая, все нормально. Давайте, значит, смотреть на вражье поселение. Знакомое, кстати, поселение. Мы уже подобные поселения брали. Это, по-моему, у боя где-то там. Тоже поселение так на реке, надвое разделено. Так, и откуда же мне пойти в атаку там? Вопросец. Так, главная площадь у них вот. Можно, по идее, вот отсюда пойти. Одна башня, ну плюс башни на воротах. Давайте всю грядку сюда перетягивать. Так, лесенки, значит, поставим здесь, вдруг пригодятся. Так, ты сам не стреляй. Встань здесь. Лучники сюда. Воины с шаттлами. Так, ну БКПщики там стоят. Пускай стоят. Пайкманы. Вся наша кавалерия позади. Ну и Геныч вот здесь постоит, побалдеет пока. Погнали, значит. Задача. Какая же у нас задача? Задача, значит, сломать вот эту башню однозначно. Задача проломить стену, хотя бы в одном месте. Не видать, правда, их там застрелов. Сейчас попытаемся переломать башню, надеюсь, получится. Я там пальнул хоть раз, у нее нет. Так, ну по стене мы уже ударили. По башне тоже в разок попали. Так, что-то перелет какой-то, по-моему. Мальца не попадают. Так, у нас какая? Вот это бьет баллиста, да? Можно, в принципе, ее поближе подтянуть. Как бы, как вариант. А здесь пока стенки ломаем. 55. Уже хорошо. Мне интересно, там все их знатные конники. А ну, пойдем конец в разведку сгоняем. Лучников тоже, наверное, вперед мальца выдвину. процентов. Так, ну мы уже почти доехали. Здесь 75. Подтягивают они пехоту, смотрю. Потихоньку, помаленьку. Так, ну и давай вот отсюда теперь постреляй. Кажется, лучше должен будешь попадать. Ну хотя это не точно. Стены, я смотрю, у них не особо-то крепки. Есть контакт.
Так, какую стенку лучше подрихтовать? Или вот по башенке лучше пострелять? Так, давайте, ладно, все-таки по стене. Чтобы поширше был фронт. Что там, попадаешь по башне, нет? 18%, как было, так и осталось. Что-то как-то скромно. Мне бы хотя бы вот эту башню сломать. Вроде золотые лычки. Ну-ка, давай тогда по крепостной стене. Сделаем вот еще одну дырочку. Опа, кого-то мы там неплохо так цепанули. Это хорошо. Нормально там и башни достается, и стене. Вот так интереснее стрелять, да? Так, здесь пацаны тоже несут потери. Пацанам залетает. Блин, по стене попадаем вроде что-то. Давайте чутка подускорим. Пока у нас баллисты тут обстреливают. Глядишь, тут сейчас отряд сложим. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у стены уже пролом есть. Стена проломлена. Хорошо. Хорошо. Так, давай к сюда. Там как дела? 75%. Может, кстати, не хватить. Наши остались без снаряжения. Чуть-чуть. А нет, хватило все-таки. Так, давай тогда бросай это дело, отступай, чтобы не мешалось. Здесь у меня баллиста так нехило наложила, похоже, кони луков. 28% у них потерь там. Так, лучники. Чутка вперед выдвинуться. Так, ты встал. Давай, пробуй. 37, ну вот хотя бы так попадает. 47, сойдет. Хочу я вот эту башню сложить. 85. Есть, все, отлично. Отлично. Так. Пикинера вперед. Воины с шаттлами вперед. Нубы-копейщики. Самый вперед. Кавалерия. Подходи. Так, ну и лучники выдвигаются у меня вперед. Наверное, на позиции. Желательно вот сюда, наверное. Тут у них, по-моему, какие-то застрелы стояли. Плюсом башня оттуда не добивает. Покажите, пожалуйста, кто там есть. Кто-то бегает. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему-то они по мне стреляют, я их не вижу. Они меня, сука, видят. Как так-то? Огонь все сюда. Так, вон там отряд стоит. Давайте по нему залп подадим. Так, складываем постепенно тут мы застрелов. Правда, тоже нам достается. Больно стреляют знатные конные лучники. 3-1, все. Давай, добей. Добей его уже. Кто готов? Давай сюда теперь. Так, накидывай тоже. Туда же давайте, наверное, взрывными постреляем. Может, пораскидывают хоть чуть-чуть там. Нормально залетает. Нормально. Хоть часть застрелов перебьем. Вон сюда сосредоточились. Так, ну вот эти-то, блин, стеной защищены. По ним посложнее будет пострелять, да? Так, 7. Амазонские мародеры. Блин, до конца стоят. Один боец и не убегает, все. Давай сюда. Ну, хотя они, в принципе, и так сюда уже работают, да? Моих команд они особо не ждут. Так, ну и огребают. Огребают потихонечку ребята. Так, а тебя-то кто обстреливает? Кто-то достает. Вопрос, кто откуда? Непонятно. Непонятно, кто откуда. Так, давай, беги, следующий. Сказал заведующий. Подтянулись чуть вперед. Так вот прикольно, да? Ты стоишь такой, балдеешь, да? Пытаешься кого-то тут найти, а тут по стене откуда-то, блядь, прилетает выстрел. Кто стреляет, что стреляет? А ты ответить даже не можешь, да? Давай туда в кучу. Ты тоже туда же в кучу. Через альт. Пламенным. Достанется моим лучникам сегодня. Однозначно. Наши ряды дрогнули. Ну понятно, что они дрогнули. Но у них-то тут тоже как бы не все шикарно. Вот сюда давай. Они пока мне один отряд пытаются все-таки ушатать.
Давай сюда. Так, попадают и баллисты, и лучники вот что-то накидывают. Ты смотри, сколько. Один боец стоит, да? Наши остались хоть без снаряжения. Последний залп. Баллист нормально зашел, кстати. Прокатились там шарики. Огнем еще перепалили бойцов. Так, ну и моим лучникам, конечно, досталось. Так, бойцы с шаттлами вперед. Наши бегут с поля боя. Ну, копейщики вперед. Какой позор. А тут моих лучников уже почти ничего не осталось. Уж сколько смог я ушатал этих застрелов у них тут. И пока что все печальненько. Так, давайте чутка подускорим. Так, пики, подходите. Ты сразу влетай сюда. Начинаем разборки местными копейщиками. Так, давай тоже на юноши топорников. Думаю, степные копейщики долго тут против воинов с шаттлами не продержатся. А вот застрелов как догонять, хрен его знает. Так, вот этого топчи. И вот этого топчи. Он пытается отступить еще. Накидывай сюда. Вот этих бы еще сбить, и вообще бы нормально было. Воины с шаттлами вроде что-то нарубают. Здесь тоже. Скромненько, но нарубают. Продолжаю по степным лучникам работать. Здесь у меня, кажется, проблемы. А, понятно, что проблема. Этот стоит, ни хрена не идет вперед, да? Все, я вас понял. Плюсом расстреляли. Надо пики сюда тащить. И кавалерию тоже загонять. Расстреливают, надо гонять их там. Блин, стоят все-таки. Стоит местная пехота. Вперед. Вперед. Воины племен сражаются что-то вроде бы. Эх, так, воины с шаттлами, такие надежды на вас возлагаю вечно, и вечно вы меня подводите. Так, залетай на застрелов. Давай на топорников. Наши остались без снаряжения. Здесь наши вроде что-то чарджат. Пики заходят. На помощь. Что там, воины с шаттлами пролезут сегодня, нет? Так, похоже, что нет. Давай-ка вот сюда пройди. Можешь, я думаю, сюда ударить. Так, один коняга там проскакал, второй тоже вроде что-то. Так, ну и вот он, чардж. Отлично. Продавливаем пехоту. А вот с кавалерией что делать, вопрос. Так, все сюда. Пики. Пошли. Кавалерия пошла. Пошли вперед. Ого, у меня аж подвисло все. Блин, гребаные застрелы. Это что за херня? Во. Врывайся сюда. Там вроде отгоняем. Блин, настреливают, жестко настреливают прям. Давай наступай, говорю. Уверенный. Вот этих отогнать бы. Так, застрелов отогнали. Давай одним отрядом с шаттлами гоним их, значит. Хотя нет. Просто вставай в стену щитов. И впитывай урон, насколько можешь. А ты гони вот этих. Пики сюда. Пики сюда. И сюда. Продавливаем. Кстати, не сбили мы ни хрена, да? Ворота. Мои лучники отстрелялись, пускай, наверное, отходят. Так, еще кавалерия у меня остается, и остается командующий. Тоже его подтянем. Так, воинов шаттлами здесь все-таки расстреляли. А здесь собака держится, да? Наши бегут с поля боя. Не отходят. Какой позор.
Грёбаные пикинеры, давай вперед, вперед. Продвигайся вперед. Да, атака пикинерами, блин, это, конечно, такая себе штука. Так, где там моя кавалерия? Вот она. Вперед. Здесь кавалерия огребается. Здесь вроде что-то продавливаем. Здесь так толком они ничего и не сделали. Так. Секунду, ребят. Отключу я одну штуку. Отрубил я неограниченную видеопамять, а то что-то как-то проседает. Наши бегут с поля боя. Игра, блин. Какой позор. И все равно то же самое продолжается. И, зараза, не могут они мне массагетов этих перерубить. Пики тупят. Кавалерия вроде что-то пытается, но все так себе. Генерала нашел. Гребаные застрелы, а. Бейте генерала. Ну что-то ему там хоть бы хны, да, плюс еще настреливают с тыл. Блин, как же меня бесят, сука, эти ебучие застрелы. Если бы вы только знали. Просто слов нет. И ладно, ватили хотя бы сделали там, сука, у них боезапас какой-то ограниченный. Можно как-то там, блядь, питать урон черепахой какой-нибудь и потом как-то с ними разобраться. Здесь же, сука, они стреляют весь бой и, наверное, еще бы боя 3 отстреляли, блядь. Тупая механика, блядь. Вечно все через жопу сделают, сука. И аж бомбить начинает. Давай дави вот этих бойцов. Все, пиздец моей кавалерии. Хотя, не, вот еще что-то есть. Да куда ты, сука, прешься? Вот тебя отряд стоит, блядь. Тупорылый ты шматок. Отходят, да? Надо захватить площадь. Надо захватить площадь. Тут бы как-то подокружить бойцов. Давай-то кавалерию сюда. Уничтожен целый отряд. Ай-яй-яй-яй-яй. И тут юноши-топорники потрясены. Стоят их два отряда пик. Тыкают и хоть бы хны, блядь. Стоят, сука, как вкопанные. Иди гони вот эту ушибку. Короче, если и возьмем этот город, то с большущими потерями. Однозначно. Так, есть контакт, прорвались, да? Давай, дави вот этих гадов. Там тоже отходят. А, это мои, блин. Мои тут огребают. Наши бегут с поля боя. Заткни ебало. Какой позор. Надо будет серию 18+ ставить. На счетов. Сейчас хотя бы башни нам будут помогать. Так, поможем вот здесь, наверное, кавалерии. А хотя ладно, тут и так. Пик уже прошло немерено. Аллилуйя, блядь. Хоть что-то. Лицом их встречай. Будь добр. Че так игра подлагивает? Что за херня? Видимо, настройки надо будет подубавить. Здесь продолжаю прорываться. Так, кавалерия, отходи. Будем троллить их так же, как они нас. Здесь наступаем. Пускай пытаются накидывать, тратят снаряды. Заманиваем под башню. Воины с шаттлами пока еще живы. Пока еще держатся. Еще раз отгоняем. Так, вот этого надо шатать. Пайкмены сюда. Все остальные уберите нахер свою фигню и все сюда. Так, назад. Уничтожен целый отряд. Да бедолаги. Надо вот этого чертилу затыкать. Пиками, и будет нам счастье, я думаю. Так, кавалерия снова сюда. Вперед. Вперед, друзья мои, вперед. Еще откуда-то там из тени, смотрите, снаряды летят. Так, отходи. И так уже урона немерено впитал.
Командующий, по идее, должен огребсти сейчас. Там у меня пацаны пытаются знатных лучников отогнать. Ну так себе, конечно, получается. А ну-ка, отходи отсюда. Встань где-нибудь, спрятайся. Пускай хотя бы навесом стреляют. И что у нас, продавят они сегодня его, нет? Так, подходят, подходят мои пикинеры, блин. 57. Так, ну-ка отгоняй. Тоже вперед. Там моих пикинеров уже почти прихлопнули. Генерал, давай тоже вперед. Ты нам нужен. Наши бегут с поля боя. Да. Какой позор. Ой, блядь. Ну и что ты там, откинешься сегодня, нет? Или нас перестреляют раньше? И вот смотрите, сколько вот они, весь бой у нас, сколько бой уже идет. 20 с лишним минут, и, сука, они стреляют и стреляют, стреляют и стреляют. У них боезапас не это самое, никогда не кончается. Давай сюда выходи. Сейчас мы их прижмем. Надеюсь, что прижмем. Вперед. Похуй на них. Вот этого шатнет, нет? Шатнут? Да неужели, блядь? Там еще из тени выползает отряд. Развернись. Бей вот этого гада. Сейчас мы затыкаем. Влетел генерал. Воодушевить всех. Руби вот этого собаку. Так воины с шаттлами все еще стоят, все еще получают урон. Все, только сейчас убежали. Так, я думаю, тут справятся. Развернулись. Геныч, проходи. Подползай как-нибудь, там, я не знаю, живи. Хоть как-нибудь. Ну чё, здрасте. Блин, целый стек почти ушатали мне. Хотя у меня там шансы вообще никакушные показывались. Но мы уже взяли площадь, это уже радует. Или почти взяли. Разворачивайся, генерал, стой здесь. Еще там из тени никто не вылезет больше. Ага, вот, давай, 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 давай. Вот теперь, ну, повоюем на равных, блядь. Убивайся от пики. Мы не против, все складывается, говорит, в нашу пользу. И ты туда же давай, отлично. Это вам, сука, тебе не издалека стрелять. Посмотри, пика мне там в жопу нахлобучим. Давай, давай, дави. Ты тоже вперед. Так, ну давайте ускорим. Блин, они захват сбили, охренеть. Ну победили, первая победа. Завершаем. И встретимся уже на глобале. Получи, падла, распишись. Больше ты со своими конелуками не побегаешь. Ну, конечно, потерь, блин, вообще немерено. Вся кавалерия, куча отрядов. Забираем поселение. Взяли мы все-таки этот гребаный кят. Так, ну и что у них тут есть? Поселение третьего уровня. Так, 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 это ломаем. И на это не хватает, это ломаем. Так, храм чего? Давайте оставим, потом перестроим это. Давайте-ка на порядок. Так, ну и пока все. Если сейчас будет контратака, то мало мне, скорее всего, не покажется. Давайте-ка разведчикам, кстати, пробежимся. Посмотрим, нет тут никого в тени у них. Случайненько. Да не, вроде не видать. Значит, какое-то время продержимся. Возможно, сможем потом набрать наемников. Хотя вот эта вот грядка-то... А, она тоже не достает. Ну хорошо тогда. Тогда нормально. Тогда какое-то время еще живем. Так, ну и пока вот все. Давайте посмотрим. По прокачке, кто у меня тут качнулся. Это мое содержание. Так, также качнулся воитель тут у нашего царька.
Давайте вот так ему качнем. Так, ну и пока все, поехали вперед. Так, бактрицы уходят назад. Нормально, они так оборону заняли. Тут решили постоять, не боевых потерь понести. Так, ну массагет, понятно, бежит к Кету. Коктаул у них тоже отряд отошел. Армения там, похоже, царских скифов продолжает давить. Так, лузитаны, так, что-то они на меня не агрятся больше. Так, достойная смерть. Кто-то где-то откинулся, блин. Наш тайный агент раскрыт. Неудачная дипломатия. Это я тут между делом посылал. Короче, дипломаты мои лошары. Больше я их никуда посылать, наверное, не буду. Просто какая-то жопа, блин. Как не пошлешь, он то, блин, предаст тебя, то его казнят, то еще какая-нибудь херня. Так, кого, кстати, казнили-то? Так, ну, похоже, у меня тут кого-то подказнили, да? Хотя не, мои вроде все на месте, кого посылал. Так, здесь что у нас в политике поменялось, что? Да, вот это вот мадам, похоже, ее казнили. То, что там у нас была, типа, не любит она, когда там нападают на наши территории. Так, что у него там за войска-то хоть? А, ну, как всегда, что? Куча коней луков, что там еще может быть? На ускоренном достану? В принципе, да. Дохожу и на ускоренном. Надо было еще наемников посмотреть. Так, перестраивай поселение, перестраивай, значит, храм, как ее там, мани давайте. Ставим санитарию, ставим, что еще надо нам тут до полного счастья. Давайте форум. Войска потом оттяну там в другом месте найму. Так, а ты дотягиваешься, и ты тоже дотягиваешься. Это же вообще прекрасно. Так, давай, вот ты подползешь первым. Сейчас вот этот стек попытаемся ушатать. Здрасте. Попались грёбаные конелуки. Ты скажи, ты еще не помрешь. Так, нормально конницу ушатали. Еще денег дают с лишним. Ух ты, как отступил-то, интересно. Так, наемник, ты уже в подкреплении. Давай добивать его. Вот так вот вам получите, распишитесь. Правда, окончательно я там всю пехоту растерял. Так, ну да ладно. Так, тут-то у меня хоть все целы. Ну, относительно, да? Давайте-ка мы колесницу распустим. Дадим ему баллисту, даже две, наверное. А кого забрать вместо баллист? Так, одну пока дадим. Так, ну и пусть, ладно, пускай так остается. Подкачаем его на содержание. Так, у меня Кят-то сейчас остался без гарнизона, можно сказать. Так, и где у меня там хоть где-нибудь казарма поблизости есть? Я хоть где-нибудь отстраивал? Походу, я их и нигде не отстраивал. А вот, вот здесь имеются кое-какие. Так что эта армия отходит на восстановление. Так, эти двое пускай пока сюда ползут. Так, и перенесемся, наверное, в Испанию. Как у меня тут дела? Посмотреть. Блин, еще два хода ждать этих гребаные царские казармы. Я их уже жду, все никак дождаться не могу. Чтобы у меня появились более-менее... Супер войска такие, там должны быть у нас уже воины с шаттлами в доспех, вся фигня. Так, а по наему что у меня тут есть вообще сейчас? Можно лучников нанять. Баллист, к сожалению, здесь нет, но у меня баллисты есть вот в этой армии. Одна. Одна единственная и неповторимая. Можно, в принципе, на Картубу напасть. Ну пока ладно, здесь пока подождем. Я все, блин, хочу добить вот этих гребаных массагетов и уже успокоиться. И душа моя успокоится, как они меня задолбали. Уже какую серию я тут с ними воюю, и все никак
Не получается у меня их нахлобучить наконец-то. Маловато сил, видимо, подтянул. Ну и опять же, уберешь там с границ с бактерией наши стеки, и может, и можем мы огребсти, по идее. Как нифиг делать. Так, 3000 денег. Здесь, значит, стройку я провел уже. Здесь у нас что? Давайте. Поселение, давайте. Рынок. Так, ну и по сути все, бабки кончились. По политике у нас пока что вроде бы все норм. Никто особо... Ну, верность, конечно, так себе, но... Так, на династию еще не хватает нам. Ой, на империю. Вроде гражданской войны у нас пока не планируется. Еще раз ход задаем. Римляне, карфагеняне. Карфагеняне тоже, блин, как-то не особо хорошо к нам относятся, хотя их там вроде бы наши... А, не, там уже их эти освободили, как их, лузитаны. Поэтому, видимо, они не особо хорошо ко мне относятся. Так, гелики какого-то лешего ко мне прутся. Похоже, и с ними будет война. Может, они там с кем-нибудь другим воюют, ко мне просто прутся. Отлетают у меня что-то раз за разом полководцы, блин. Повышение ранга. Так, фракция уничтожена. Трудетаны? Уже, что ли? Кто их там подшатал? А, понятно. Лузитаны ушатали трудетанов, но тут же потеряли... Гадиру. Забрали их себе сиракузы. Так, ну а мы переключаемся, значит, на наших гребаных массагетов. Так, здесь мы разобрались. Так, выдвигайся, наверное, вперед потихонечку. А ты попрешься у меня вот отсюда, на перекрытие. Так, ты там мне что не делаешь вообще? Да, что-то делает, ну, похоже, им по барабану. Делает мы там разведчик что-нибудь или не делает. Потерь-то они не несут. Вопрос, а у них там еще где-нибудь есть? Поселение какие-нибудь? Да, у них еще сарай, блин. Ух, как же долго с ними воевать придется, а? Так, они случайно мир, они хотят вот так чисто для интереса поинтересоваться. Я уже их только шатаю. Нет, мириться они не хотят. Также вот царские скифы, по-моему, мне объявляли войну. Или кто тут был? Или аорсы, я не помню. Кто-то... А, Кемерия мне вообще войну объявляла. Какого-то лешего. И так я их и не видал вообще. Они там есть где-то. Что там у Армении, кстати? У Армении пока вроде бы все в шоколаде. Правда, тоже они ко мне нейтральны вдруг стали. Прям по жести. Так, 5000 денег есть. Заберем скоро мы Киат с вами. Так, здесь у нас что по наему? Ну, еще не скоро мы тут нормальные войска собрать сможем. Давай, вставай. Значит, поселение. Так, и посмотрим по порядку. Уже пора бы, наверное, подрубать налоги. Ибо сколько можно жить, не платя налоги, да? Заплати, как говорится, налоги, живи спокойно. Но сразу же тут порядок, понятно, упадет. Парфия, что там у нас? Где у нас Ниса? Вот она. Плюс 13. Минус 7. Блин, ни хрена не подводит сама, пока не подключит налоги особо. Плюс 12 тоже, да? Рублю налоги, будет жопа. А у меня что там, налог завышен? Да, у меня удушающий стоит. Поэтому такая вот проблема сразу же начинается. Ну, давайте тогда отстраивать. Что тут можно? Что пригодится? Давай храм. Так, ну и все пока, да? Так, сколько у меня там еще до супер бойцов там? Еще ходик, и я уже здесь нормальную армию смогу штамповать. Так, ты у меня работаешь, ты у меня чем занят? Иди-ка сюда. Куча лузитан стоит. Давай на пассивочку. Смотрим, кто вкачался. Так, давай насаживай всех на культуру усиленно. Звери ярости тут тоже. Командующий подкачался. Давай вот это докачаем уже. Царь у нас тут тоже постепенно набухает опытом. Давай ночную атаку возьми. Так, ну еще раз ходик сдадим. Так, гелики пока вроде ничего не делают.
бактрийцев тишина. Ага, вот они пошли своим отрядом вперед. Пытаются вечно в тыл вылезти собаки. Но сейчас буду пытаться наемной армии перехватывать их как-нибудь. И заберу Октаву все-таки. Направление развития. Давайте общественное. Повышение ранга. Да японский бог. Объявлена война. Сиракузы, Карфаген, пускай воюют. Так, ну и наконец-то я могу нормальных бойцов собирать тут более-менее. Я хочу вот этих. Войны с шаттлами в доспехах. 1000 рублей один стоит, зараза. Вот на 4 мне хватит. А копейщики какие-нибудь появились интересные? Не, все, да? То есть это верх того, что мы можем набрать, да? А где там всякая царская конница? А, ну царская конница Куша у меня еще не скоро появится. Надо что-то мне изучить. О, 13 ходов, нифига себе. Так, ну давайте я вот здесь доизучаю уже хотя бы первый уровень. Дальность перемещения чуть побольше будет. Так, возвращаемся на восток. Значит, давай ломись в трону Октаву. Ух ты, блядь, 2 хода он туда будет ползти. Так, куда ж ты у меня несешься, это вопрос. Ага, может хоть туда, хоть сюда пойти. Так, давай на перехват. Блять, наемников-то нету. Придется, если что, наверное, как-то сваливать от него. Ну, хотя, с другой стороны, наемная армия не так уж и жалко. Но все же она мне нужна. Так, по наему что у нас там? Так, хотя бы пику могу восстановить одну. Могу лучника пока восстановить. И на этом все. Так, еще 1800 денег. Давайте в пищу их вложим. Хотя пищи у меня, в принципе, хватает. Так, у меня вопрос маленький. О, тихо, я достаю. А ну-ка, иди сюда. Да ты... Лузер, блин, грёбаный. Так, ну-ка погляди, там никого нигде не видать. Поблизости, не, никого не видать. Давай-ка газу до отказу тогда, чтобы в засаду лишний раз не попадать. Хотя вот здесь вот не видно, что происходит. Так, ну еще раз ход сдаем. Да ядрит твою мать. Что-то вроде бы качаются, а толку? Стража пустыни. Давай воодушевление. Так, продолжай тут обучать полководца с войсками. Поехали вперед. Зря я, блин, поперся на восток. Но с другой стороны, они мне там сами войну объявляли. В любом случае, пришлось с ними воевать. Ну, блин, этот гребаный геймплей с массагетами, с ранами, кочевниками, это вообще полная жопа просто. Отходи. Ну, в принципе, если тебя шатнут, я, в принципе, не особо расстроюсь. А он не достает. Уже хорошо. Уже хоть какой-то плюс. Так, лузитаны тут, похоже, огреблись. Гелики, я смотрю, что-то передумали, похоже, да? Лот, по крайней мере, увели. Нужда в коннице поощрения. Так, ну и понеслось. Так, вот, что-то быстро. Я думал, опять сейчас полчаса щелкать буду, пока там все новости прочитаю. Отходи в Амул. Пускай попробуют достать нас теперь. Так, здесь у меня как дела? Ничего пока не отстроилось, да? Потому что там еще 2 хода, это твою мать. Так, давай, диверсии. Пробуй. Учись. Не получилось. Повышение. Так, надо тебе хитрости, наверное, подкинуть.
Шанс заметить засаду, радиус обзора, радиус чего-то там. Так, один на успех. Стоимость вербовки, опыт. Гражданские технологии, вероятность успеха во всех действиях. Во, давай. Бери. Тят, у меня, кстати, там как с обороной? Хреново у меня там все с обороной. Но они сходу-то не достают, уже хорошо. Так, и Октау. Пуст. Забираем. Ибо нефиг. Расплодили тут кочевников, понимаешь. Все, забрали Октаву. Сразу перестраиваем. Пищу. Пищу. Пищу, говорю, твою мать. О, конину поставим. Так, ну и ты продвигаешься вперед, это к сараю. Погляди, что тут есть. Ну, тут у них, как всегда, еще. Стек, еще стек набирается. Они там еще стеков 10 сейчас соберут, наверное, с одного-то города. Это у них последнее, интересно, поселение или как? Или еще что-то имеется? А, ну у них вся провинция здесь. Под контролем. Мира не хотят, случайно? Ты смотри, какие упорные. Мир ни в какую не хотят. Ладно, бог с ними. Так, 3000 денег. Значится, царь. Так. Давайте защищенную конницу пустыни доштампуем. 4 штуки, да? Так, пикинира. 2, 3, 4. Тоже хватает. Так, ну и где там? Так, у меня баллиста имеется. Так, воины леопарды. Да, давайте воинов леопардов. На отряд только хватает, жалко. Ничего, скоро мы тут наберемся и уже пойдем катать, шатать Лузитан. Так, май лорд. Давай, похищай пищу. Порядок вроде бы тут есть. Надо бы налог подрубить. Так, хоть какие-то плюшки. Тут у нас пока стоим. Сколько денег у меня, правда, жрет эта армия. Ну, блин, нужна она мне пока. Так. И здесь как дела? Ну, вроде бы нормально. Пока вроде бы. Стоим. Кят, кстати. У меня под ударом получается. Два стека у него здесь, да? Наемники есть еще? Нету ни хрена. На ускоренном смогу перекрыть? Да, смогу. Давай. Закрываем кят. Ну, вот здесь у меня, правда, поселение открыто. А у них там, блин, полный стек. Как-никак. Еще разок ход задаем. Блин, еще кто-то где-то качнулся. Сия спика. Давай. Насаживай на культуру всех. Так, ты тоже. Еще кто-нибудь качнулся? Нет, вроде все. Погнали вперед. Так, римляне. Движуху я не вижу. Бактрия разорвала с нами торговое соглашение. Ну давай. Я не особо против. Хотя, блин, наверное, по деньгам-то мне это, наверное, ударит. Так, ага. Ага. Идут. Идут, красавцы. Ну давайте. Так, гелик тут отходит. И здесь вроде как тоже. Так, да чтоб вас, торговцы смертью. Торговцы смертью. Так, ну давай, ты командуй. Говорили. Разорвал на Бактрии. Да, в принципе, не сильно-то это мне по доходу ударило. Родился ребенок, естественная смерть, наглые пираты. Так, объявлена война, вот что меня интересует. Македонцы с римлянами начали воевать. Сиракузы с новым Карфагеном. А я, кстати, таковой не видел. Нарушитель где? А, понял. Так, ну и все. Так, что там у нас на востоке? Куда вы претесь? Черти косолапы. Так, наемники есть? Наемников шиш. Куда делись эти наемники? Хер его знает. Здесь? А ну это наша провинция. Поэтому нет ни хрена. Так, давай. Диверсию пробуй. Вот, уже лучше. Так, ты давай. Пораспускай ему тут отряды. Удалось внести разлад.
А, минус отряд, хорошо. Уже неплохо. Так, здесь мои бойцы почти подвосстановились. Если эта грядка меня атакует, я ее не сильно-то и боюсь. Ну, хотя боюсь. Знатные конные лучники, это вам не хухры-мухры. Да опять мне там немерено потерь будет. Давай хоть прощи наберем сюда, что ли. Чтобы прикрывали. Так, и в Испании мне остается еще отрядик леопардов добрать. Где они там есть? Вот они. И все, у меня full stack корпуса восстановлен, и можно продолжать наступление в Испании. Так, ну на этом, наверное, ребят, будем заканчивать серию. Я сейчас сдам ход, посмотрю, что там будет делать. Если будет какая-то битва, то на ней как раз и включусь. Извините, конечно, за бомбежку, но бомбит реально мне уже от этих кочевников. Уже какую там я серию с ними ковыряюсь, и все никак у меня там не ладится с ними отношения. Все никак не получается мне их нахлобучить, все, блин. Просто тупо шлют и шлют свои конно-лучные стеки, блин. И возиться с ними, конечно, не самая приятная тема. В общем, всем вам, ребятки, спасибо за просмотр. Если кому интересно, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте также лайки. Ну а с вами был Консул. Всем удачи и всем пока-пока.